готов аплодировать тем, кто меня оперировал. Но пока бурная овация Александру Ивановичу противопоказаны. Должна зажить сломанная рука. Взрывная волна обрушила на него кусок металла. Мужчину прооперировали врачи 9-й городской больницы. После падения метеорита только за час к ним поступило 100 пострадавших. Порезы, ушибы, раны кровоточащие. Все испуганные. Мы тоже испуганы первое время были, потом собрались, организовались. Зашивать пришлось практически на коленках. Все подходящие кабинеты переоборудовали под операционные. Здесь вот кушеточка. На столе типа операционного столика сестринского было развернуто. Услышав взрыв, многие сотрудники ГК КБ, которые были в отпуске, прибежали в больницу, чтобы помочь коллегам. Ведущий хирург с гордостью представляет тех, кто работал на пределе возможностей. Тут Анатолий Александрович Зайков, заведующий приемным отделением, который занимался организацией работы в приемном отделении. Тимошевский Максим Анатольевич, не выходя из операционной, сделал несколько операций. Вот Кульбаев Стенбаев Манучанович. Сколько операций вы выполнили? 21 ПХО. Амсупов Андрей Валерьевич. Он оказывал оперативные пособия уже более сложные. Кабыш Андрей Трофимович. Сколько вы выполнили хирургических работ? Порядка 40. Алексей Закиевич Галямов. Доктор со стажем высшей категории. Еще десятки медиков остались за кадром, потому что заняты с пациентами. Благодаря их работе для пострадавших все закончилось благополучно. Основную массу пациентов выпишут уже в пятницу. В больнице останется лишь несколько человек, которые нуждаются в дополнительном лечении. Светлана Смичкарева, Павел Чернега, ОТВ.